человек, и у него очень-очень хорошо получались именно рисунки. Он в рисунке передавал. Потом у него этот вот бульбометр, этот как он так называется. Бульбометр, да. Вот, там же какая интересная история была. Он дельфинчиков, нет, не дельфинчиков, от бульбометра, от этого, как он говорит, плашки. Ну вот, разложили, одна семья жаловалась, жила в подъезде, вот это вот рассказывал. В подъезде жила, в котором, ну, невысокое, я так понимаю, что это или четырехэтажное здание, ну, или хрущевка, ну, вот что-то такое. Вот. Жила семья, он туда приехал, они просто разговорились и говорили, что вот тут три пьяницы живут у нас, весь подъезд воняет и все остальное, компании и так далее, и так далее. А он говорит, а попробуйте положите то ли плашки, то ли дельфинчики, врать не буду, по углам всей квартиры, ну так, чтобы занять максимальный период, периметр. У них какое-то время не было, через два года, он говорит, через два или через три года, ну, через какое-то длинное время приехал, они заходят туда, подъезд чистый, коляски стоят детские, все остальное, вот. Ну, я не буду врать, сколько лет, потому что, ну, вот, не помню уже. Вот. Они зашел в квартиру, разговорились, он, ну, как, работает, не работает, а они говорят, каким-то образом съехали эти пьяницы, три квартиры, никто не выгонял. На их место вселились молодые ребята, вот уже дети у них появились. И подъезд другой, и все остальное. Только в одной квартире положили, или от плашки эти, от бульбометра, то есть, по сути, чакры, да, там же у него отверстия, лепестки и так далее. Или вот дельфинчиков. Дельфинчики прекрасно работают. Если так их везде разложить, так у нас везде атмосфера будет прекрасная. Я потому вчера это и сделал. Мало ли, выложил везде, ВКонтакте, в Одноклассниках, Фейсбук у нас... Я видел. Фейсбук у нас не работает. Можно скачать, заламинировать, пожалуйста, на стол, пожалуйста, по углам. Он еще рассказывал, кто-то на участке сделал на своем. То ли слушай, между прочим, вот это здорово для урожая, да? То ли по периметру участка поставил, то ли кроты были, то ли еще кто-то. Ну, в общем, непонятно кто. Ушли кроты куда-то. Вот и все. То есть сама по себе образуется атмосфера. Ну, надо пробовать на воде, если люди есть, которые видят это дело. Ну, многие же нас смотрят. Пусть проверят, попробуют. Надо это дело размножать. Это то же самое, что вот вместе в одно и то же время там помедитировать или вместе шарики пустить воздушные за что-то хорошее, да? Ну, да. Ну, во-первых, сам по себе рисунок прекрасный. Потом, помнишь, он говорил, что... На столе воду поставить, да, заламинировать воду поставить, под стул, на котором сидишь, снизу, вверх фотографии поставить, вот это дело. Ведь ничего же особенного не, труда-то особого нету. Сделал, прикрепил и живи себе дальше. И можно ощутить разность, неразность. Так что такое дело. Да, интересного много, непознанного. Интересного много.